Ну что, у меня как у робота из тела торчит шнур, и я выхожу на мороз. На морозе сразу разряжается, а я надеюсь, что мне еще удастся дойти до куда-нибудь. Докуда, правда, я еще не определился. Ну, может, до консерватории, что ли, я не знаю. Действительно. Почему бы и нет? Там тепло, правда, пусто. Там, как правило, никого нет. Я думаю, что все-таки впереться в антикафе в моем там, хотя бы на сколько-то. Хотя я думаю, что там сейчас тоже переполнение, как и везде сейчас. Блин, чуть телефон не уронил. Аня такая, выходит. Так, и в общем, что, как пойдем-то? Подожди, как пойдем? Давай в ту сторону пойдем. Еще капюшончик надо надеть, подожди. Во, как в Нью-Йорке, пар идет из-под земли. Так, ну ладно. Значит, что касается истины. В чем истина? Истина заключается в чуде, друзья мои. Исключительно. Понимаете, как можно иначе рассуждать, если с тобой всю твою жизнь классический рок-н-ролл? Я не знаю, как еще можно рассуждать. Да, так сказать, на молоке рок-н-ролла ты, как говорится, счастья в жизни не построишь. К этому и сами рок-н-ролльщики пришли. Но сами его звуки, они со мной, понимаете, вот они меня и тянут вверх или вниз, как кому будет угодно. Здесь, между прочим, то ли был закрыт, он здесь какой-то был вшивый переход. Ну, сейчас видите, новенький. Ну, когда, вы знаете, пробивают новые переходы, там, да, вдруг на месте прежних зданий оказываются новые. Это, знаете, весьма себе тоже можно спятить. Вот так вот, как тот, который не увидел Берингового пролива, и спятил. Вот то же самое. Ты, блин, идешь по знакомой улице, где ты вот только что проходил, а там бах, уже дома по-другому расположены. Как вам вообще такой вариант? По-моему, ужасно. Я здесь первый раз иду. Да? Вот. Я считаю, для мира это очень важно, для всего. Ба! Сёма здесь идет первый раз, усраться можно. Да, видите, вот здесь эти новенькие колонны, а там, да, это что-то вроде этого. Что это такое? Ну, это там что-то старое. Видите? Ай, да и ладно. Мне плевать, если честно. Я пережил жесточайшие душевные муки. Абсолютно жесточайшие. Жесточайший ужас. Пришел к тому, что в любой момент ты можешь оказаться ни с чем. Абсолютно. Голый в пустыне. Я к этому готов. Я понимаю, что это может произойти в любой момент. Не будет ни поклонников, ни близких, никого. И ты лишаешься всего, что есть, все, на что ты опираешься. Не будет ни Ютуба, ни скрипки, ничего не будет. Я понимаю, что такой момент настанет. И я к этому моменту готовлюсь. Я думаю, как я буду. Несколько вариантов есть. Есть вариант произвести все это из самого себя. Что, кстати говоря, описывается уже, неоднократно описывалось писателями, что... А, да ну, не пойду в ту сторону, наверное. Или пойду. Ну, давай пойдем, ладно. Это описывалось писателями, и что, в общем... Когда человек оказывается в открытом космосе, совершенно там в полном одиночестве, то он, или на том же необитаемом острове, он начинает плодить вокруг самого себя, вокруг себя общество. Ну как там тот, который в фильме, то помните, сделал себе голову такую, с которой он общался, ну из какого-то фрукта там, сделал там ему глазки, ротик и общался. Ну вот примерно все по такой схеме и будет происходить, наверное, не знаю, а может быть... После смерти на том свете, там, может, какое-то охеренное общество, хрен знает.
Тут, знаете, совершенно мне по этому поводу совершенно нечего сказать. Я думаю, масса людей по поводу того света гораздо больше осведомлено, чем я на самом-то деле. Но, как говорится, здравый смысл подсказывает, что там, наверное, естественно, нет такого примитивного деления на рай и ад. А рай и ад все попадают в одно и то же место, только оно для кого-то рай, а для кого-то ад. Примерно вот так, я думаю. Я думаю, скорее вот так. В общем, там может быть все, что угодно. Абсолютно. Понимаете, каково жить, когда ты понимаешь, что там, где ты непременно окажешься, может быть все, что угодно. Да и здесь-то может быть все, что угодно. Это совершенно правильно Владимир Астафьев сказал, с которым у меня беседа. Что может быть все, что угодно.